Так, добрый день. Очередная распаковочка. Есть посылка. Приступаем к распаковке. Начинаем с самой маленькой посылки. Ты можешь рвать ее. Все, доставай. Что у нас там? Божьи коровки. Это такие красивые штучки. Называются они глючки. Божьи коровки. Хорошо. Так. Они очень хорошо запакованы. Они, кстати, на липучках. Их можно прилеплять. Например. Такие они маленькие. Тоже драмонт. Деревянные, кстати. Вполне качественно сделаны. Тоже драмонт, да? Не пахнут. Ну да, там садим куда-нибудь. Да не просто для посылка. Да, вторая. На холодильник. Что там у нас? И. О! Колодка тормозная. Они всегда нужны, всегда актуальны. Почему-то заказываю по одной штуке, не знаю. Вот тут. Даже ссылку надо давать не буду, это обычно. Следующая посылка. Это такие они миниатюрные все, маленькие. Распаковки, но мне кажется, интересные. Так, достаем. Еще одна колодка. А, ложечка. Кстати, смотри, какая красивая ложечка. Клевая. Нравится? Да. Она тут как панцирь такой. Не панцирь, как в ракушке такая. Это для соли, скорее всего. Тут как камушек красивый такой. Так, следующая посылка. Ну, доставай. Ну, очередная тормозная колодка. Опять? Вот пара как раз кто есть. Так. О, там еще есть. О, две тормозные колодки. Может, там еще что есть? Следующая посылочка. Что-то там интересное. О, запаковано. Классно. И что мы тут? Шоколадка! О, это как раз... Дай сюда. Это что, шоколадка? Какие шоколадки? Это вот... Для усиков. Ну, для лебедей тут они будут. Плавать сюда поставим, и как будто они на озере плавают. Ну, что-то маленькое озеро. Ничего, лебеди хватит. Как будто. Следующая посылка. Как будто все немножко надрезано. Ребенок не вытерпел. И в итоге там... О, еще один домик. Тут у нас домиков будет. Ой-ой-ой-ой. А какой? Зеленый? Синенький. Синенький? Вот такой красивый. О, это уже у нас был. Еще будет. Еще одна посылка. Так. Надеюсь, там что-нибудь полезное будет. Например. Не только для мультиков. И для велосипеда. Я уже не помню тут. Итак. О! Что это? Дай мне. Дудочка такая. Давай подадим. А, с другой стороны может. Дай. Следующая посылка. Там шарики вот эти знаменитые, которые... Еще влазят у меня. Которые... Разумеет? Опускаешь в воду? Нет, в воду. И они увеличиваются в объемах. Что значит увеличиваются? А становятся большие-большие. Это потом, наверное, да, когда вы переедете, будем баловаться. Да? Нет, давай сейчас засунем. Еще одна посылка, вот там не надо. Коробочка. Коробочка что-то гринит. Дети предполагают, что это лего-игрушки. Доставай. А, это... Не надо это ломать. Это я у мамы физик, или как это такая игрушка. Ломать. Так, вот там очень красиво упаковано. Ну, это такое, я не знаю, как по физике называется, когда палочки, шарики друг от друга бьются. Сейчас мы их откроем. Так, это сюда. Интересно, как пенопласт туда достать? О, вот, все, убирайте пенопласт. Так, вот я собрал. Сейчас я... А, так, то есть физический эксперимент, так. Андрей. О, а да я... Подожди, дай, покажу, вот.
А как это так? А вот такая игрушка. Отводим. О, на колокола у нас будет игрушка. Ну так неинтересно, вот когда она стоит. Я так вот ее. Пэм-пэм-пэм-пэм. Ну, надо ровно, чтобы она. Так, очередная трава. Ну, кстати, это подсевить не будет. Чтобы найду магазин. А, это такая. Ну, можно и не распаковывать. Пускай она лежит. Так, последняя посылка. Она уже была открыта. Здесь градусники. Один хочу на работу. Какой градусник? Другой, может, на велосипед. Вот, показывает. Да, показывает, в принципе, так и есть. Хотя 25. Как это? А этот, ну, столько же показывает. Можно посмотреть? Смотри.